создайте удобное спальное место вместе с простыней. Классика. 10 цветов на выбор. Простыня натяжная на резинке. Классика. Именно так она называется. 675-283 – это номер лота. Ну, а теперь давайте посмотрим на цену. 629 рублей – это победа, но не только в цене. Победа в цветах. Сколько цветов, Юля? 10 цветов на выбор. Давай демонстрировать, Олечка. Простыня полностью на резинке. Легко снимается, легко надевается. Итак, фиолетовый цвет. Поехали. Для яркой, сочной кровати. Так, я рада, что у нас есть большой, богатый выбор цветов. Вы сможете подстроить простыню под ваше любимое постельное белье, в котором простыня уже вышла из строя. Итак, кремовый цвет. Слушай, мне нравится, далее, что классический на серый. Угу. Удобно очень, правда, на резиночках? Мне очень нравится. Удобно. Легко снимать, легко надевать. И, конечно же, самое главное, Оль, вот для меня, например, я гладить не люблю. Простыню не надо гладить. Конечно, зачем гладить? Она ровно располагается. Она натягивается, персик. И все. Это персик, да, красивый цвет, очень вкусный. Очень красивый цвет, яркий. Синий, яркий, сочный, глубокий. Пожалуйста, синий. Классика. Классика. Классика жанра, белый цвет, конечно же. Хотите свежести в вашу постель? Выбирайте салатовый цвет. Семь. Уже седьмой. Седьмую простыню мы сейчас вам покажем. Бордо, посмотрите. Ты знаешь, мне нравится, что они все однотонные. Они подойдут под любой комплект вашего постельного белья. Совершенно верно. А изнашивается прежде всего, что у нас просто? Конечно, простыня. А с ней вы дадите новую жизнь фактически вашему постельному белью. Любимому комплект выбрасывать не хочется. Подобрали простыню любого цвета. Все от пастельных оттенков до ярких. Ну, самое главное, очень здорово, то, что у нас резинка по всему периметру. Легко надевается и фиксируется на матрас любой высоты. Бортик 20 сантиметров. Сама по себе ткань, полотно трикотажное, поэтому на борт даже до 30 сантиметров подойдет потрясающим образом наш классик. Давай покажем, как мы надеваем на наш матрас, потому что он у нас высокий. Сколько у нас здесь сантиметров, Юль? У нас матрас очень высокий, до 30 сантиметров. Бортик у простыни классика 20 сантиметров, прекрасно подходит на уголочек и фиксируется очень легко и удобно. А главное, кровать выглядит безупречно заправленной. Сделать это может просто даже ребенок. Это справится, правда. Действительно, очень легко. Слушай, Юль, мне нравится, что здесь разнообразие, во-первых, цветов, а во-вторых, ты знаешь, мне нравится, что каждый подберет под оттенок своего имеющегося уже дома постельного белья. Но скажите мне, пожалуйста, ну вот у вас наверняка есть постельное белье, которое вы давным-давно используете. Вот согласитесь, простыня-то уже все, там уже достаточно тоненькая. Поэтому я считаю, что вот это вот прекрасное приобретение. Посмотрите, как легко мы надеваем простыню, она фиксируется. Это просто находка для моих детей. Юля, чего они творят? Это кошмар. Перед сном у них традиция попрыгать на матрасе, пока пап с мамой на кухне, пока не видят, позаниматься карате, а вследствие чего мы приходим, простыня валяется где-нибудь на полу, а детки счастливые прыгают. А с простыней классика всегда у вас безупречно заправленная кровать. Ведь резинка идет полностью по всему периметру. Сейчас Олечка закончит, и мы вам покажем. Это удобно. Кровать всегда хорошо заправлена. Посмотрите, яркие цвета. Пастельные оттенки, любой цвет. 10 цветов на выбор, выбирайте свой. Обратите внимание, посмотрите, что у нас по всему периметру резиночка. Это очень удобно. Знаете, вот я сегодня ночевала у мамы с папой на даче. Так у них там диван. И мама мне расстелила простынку, сразу предупредила: Оля, ты знаешь, что простынка ночью скомкается, будешь спать на голом диване. Так вот, дорогие телезрители, нужно мне обязательно вот подарить на Новый год маме с папой такую простынь на резинке. 629 рублей. Никуда не денется с нашей кровати, с нашего дивана. Звоните, у нас есть все размеры на выбор. 10 ярких цветов. Раскрасьте свою жизнь. Скажи, пожалуйста, Юль, из чего сделана наша простыня и как за ней ухаживать? Простыня выполнена из 100% хлопка, причем трикотажное здесь плетение, плотное, обратите внимание, специально надела на руку, чтобы было видно, что руку не просвечивает. То есть это говорит о том, что долговечная и износостойкая наша простыня, трикотажное полотно из натурального хлопка. Ваша кожа будет дышать с простынью классика. Я вам как эксперт советую, спите на хлопке, и ваш сон будет здоровым. Гигиенически чистый материал вообще с экологической точки зрения считается самым лучшим. Скидка 220 рублей. Юль, в магазинах, может, и найдут такую же простынь натяжную на резинке, но, как правило, простыни там, знаешь, вот в уголках только вот эти резиночки. У нас по всему периметру и по лучшей цене 629 рублей. Кстати, если вам не хватает чуть-чуть до бесплатной доставки,
4900 рублей. Вот это отличное дополнение. 629 рублей. Дополняет свою корзину. До 4900 рублей. И экономьте на бесплатной доставке.